стараюсь любую цветы и стараюсь такую больше стресса. Санаторий мне очень понравилось. Очень хорошие процедуры, лечебная грязь, минеральная вода и вообще все-все-все. Мне здесь очень нравится, особенно коллектив. Он такой доброжелательный и относится ко всем с пониманием и вежливым и очень даже. В общем, все очень хорошо. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из Златоуста. Отдыхаю в санатории «Урал». Решил сняться в фильме «Живая вода», так как почувствовал себя в санатории «Урал» от этой живой воды актером. Это мое призвание, похоже. Спасибо. Я Усова Дарина Павловна, приехала еще в санаторий «Урал». Езжу каждый год, 91-го года, 19-й раз приехала. Все очень нравится, лучшего санатория не знаю. Ну и любимые дела мои какие. Здесь я люблю гулять много. Процедуру выполняю полностью. Дома занимаюсь шитьем. Источник спасения. Ой, вода пошла. Я здоров! О чудо! Это случилось!